Так, снова Call of Duty Ghosts, и походу на этот Кларк был когда-то тоже призраком. А сейчас знаю, что с ним случилось. Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Так что получается, Их федерация народ началась из убедил Вашингтон Венесуэлы. доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Сейчас узнаем, на чем там мы готов. Легенда живых меч 8 июня 12:46. Каракас, Федерация Республики, Для 12 нас лет назад. Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. 12 лет назад, получается, 2015 Призраки год. Были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Поехали! А, снова оверлорд. Так, не... немного не тот оверлорд. О, танки это. Что за танки это? Ай-яй-яй, блин, мне плохо, мне плохо. А! Блин, это скорее похоже на это. Ах, блин, сейчас-то хотя бы не подстрелил. Вражеский контрольный пункт. Не стрелять. Феликс 4, видим конвой. Идет параллельно нашей позиции. Вас понял, вижу их. Отходим и начинаем приход на цель. Опасность близко. А вот и они. Огонь открыт. О. Атакуем! Так, все это. Атаку. А, там РПГшники. Ракетная установка справа. О, а чё это, чувак, застрял, я тебе сейчас помогу. Это хорошо, праздников. Опа. Я ее, да, ее тоже это. Он был, по-моему, во втором блоке или какой-нибудь МВ было. Ох ты! Она пальнула сразу, вот гадость. Блин,
прям по дамбе, что ли? Ну и нафига это спрашивать и зачем? Надо убираться с улицы! Пошли! Ну, давай! Скоро не готов! Надо уходить! Переулок! Сюда! Давай, быстрее уходим. Только не что-то резко началось это подтопление. Не останавливаться! Ищите высоту! Так, прям всю столицу эту выше вынесло, затопило. Переведи дыхание. Разрешите не по форме. А что такое? Думаю, что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Да, надо сваливать отсюда. Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Атакуем! Бен, давай свалим, пожалуйста, а то... Реально делают дрянь. Ах ты, блин, я упал. Девочки, вы упали. А я чуть не утонул. Да можно куда меня остановить? Блин, что-то походу меня вообще не что куда подальше. Я держу. Похоже, остались только мы, братан. Тебя тоже это унесло. Аж унесла эта река, но вообще-то. Ужас какой-то. Чего утопил-то? Это нам пригодится. Топорик. Блин, а можно я тогда... Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. На тебе по коленке. О! Зарубьет жестко, конечно. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Так, ладно, хотя бы бизона. Старые времена, Элиас. Блин, конечно. Да, только все в том тоже там плавали. Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Ой, блин, опять. Черт. Ох ты, блин! Погоди, ждем сигнала. Мы все тут сговорились. Взяли только бизонов. А чё, я тут твои файлы? Пути. Давай. Чё, нам сюда выдвигаться, да?
спасаем задницу Мерика. Ну либо, ну нам еще надо не забыть свои спасти. Ты, блин, будь одержимым. Одержать. Будь одержим своей целью, это ни к чему не хорошему не приводит. Потому что я это знаю его. Да. Перезарядка под Адуай. О, пулемет. Похож на МГ-42. Живей сюда! Открывайте огонь! Опа. Так, пизетка под водой, это, конечно, прекрасная вещь. Я как акула. Подбирайся, цветится незаметно, Так, сейчас это мы вашего генерала быстро достанем. Элиас, дверь! На-ка! Опа! Ах ты! Вот это твой лимак, сейчас мы... На тебе по руке. Всё. Твой маньяк покончено, доволен? Блин, ну опять что-то пошло не так. Все в порядке? Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... Опа, я держусь. Давай. Давай, я тебя сейчас вытащу. Блин, спасти. Я ничего никак не могу поступить иначе. Потому что мы его потеряли, но он, походу, вернулся. Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных.
Так что с ним случилось?